Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам про уход за Ньюфаундлендом. Ньюфаундленд – собака, олицетворение доброты, спокойствия и терпения. Представители породы идеально подходят для больших семей с детьми. Эти собаки очень преданы, никогда не проявляют агрессию и легко дрессируются. Уход за Ньюфаундлендом не представляет особых сложностей, однако имеет ряд важных нюансов. Давайте подробнее рассмотрим основные особенности содержания этих пушистых добряков. Шерсть Ньюфаундленда требует тщательного ухода. Представители породы очень сильно линяют. Вычесывать собаку рекомендуется специальной жесткой щеткой 3-4 раза в неделю. Также представители породы необходимо раз в 1-2 месяца водить на груминг. Ньюфаундленды нуждаются в большом личном пространстве. Для этих собак идеально проживание в загородном доме с участком. Однако в просторной городской квартире, где у представителей породы может быть целая комната или хотя бы балкон, им также может быть удобно. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Ньюфаундленды тяжело переносят одиночество и отсутствие общения с хозяином. Будучи владельцем представителя породы, старайтесь уделять время питомцу ежедневно. Гуляйте с собакой минимум 2 раза в день по полчаса. Играйте, разговаривайте с животным, разучивайте с ним различные трюки. Ньюфаундленды очень любят учиться чему-то новому. Особое внимание необходимо уделять ушам и глазам ньюфаундлендов. Эти собаки предрасположены к ушным и глазным инфекциям. И уши, и глаза представителей породы необходимо осматривать на предмет загрязнений раз в неделю и при необходимости чистить. Ньюфаундленды склонны к набору лишнего веса. Важно следить за тем, чтобы питание представителей породы было сбалансированным и строго нормированным. Кормить этих собак рекомендуется 2 раза в день – утром и вечером. Из натуральных продуктов представителям породы больше всего придутся по вкусу каши, говядина и курица. Ньюфаундленды – внимательные, умные и очень дружелюбные питомцы. При хорошем уходе со стороны хозяина эти собаки могут прожить до 12 лет. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!